Дорогие друзья, всем привет! Вышел я погулять в парк, в прекрасный. Что я вижу? Детские улыбки, мамы, папы гуляют, смех, радость, мир одним словом. Как приятно за этим всем наблюдать. А как мне хочется, чтобы на Украине настал мир. Чтоб детишки улыбались, детские площадки были полные детьми, мамы рядом были, и прекратился этот канонадный грохот пушек. Мне этого очень хочется. Мне хочется, чтоб наши два братских народа жили вместе, единым народом. Мне хочется, чтоб Украина, Россия вместе строили корабли, мосты и бороздили наши просторы небесные. Вот чего мне хочется. Я не могу понять, ради чего мы воюем, что мы хотим и зачем такие жертвы на Донбассе. А ведь все зависит от сегодняшнего руководство, которое я не признаю, киевского. Киевский режим убивает детей на Донбассе, мам, пап, людей, разрушая инфраструктуру. Не могу я понять их. Неужели они так не любят свою страну? Зачем они это делают? А с одной стороны, да и все понятно. В Киеве сидят коллаборанты. Страна захвачена неофашистами, всякой отребьем, которая сегодня убивает просто мою страну. Я этого не хочу. Я хочу мира. Хочу, чтобы мы развивались. Каждый раз, когда я выхожу в парк, я думаю только об этом. Несмотря даже на свои физические недостатки, я хочу жить. Я хочу что-то строить, созидать. Именно мною это и движет. Созидание. Страшно, когда народ уничтожает сам себя, а вернее по указке других. Чужих, не нами естественными, уничтожая историю, наше прошлое, да и будущее. А мы как бараны идем на самоуничтожение. И в этот прекрасный день, осенний, солнечный, я хочу украинцам сказать, задумайтесь. Надо прекращать эту войну немедленно. Надо восстанавливать наши братские отношения. Надо жить в мире и в счастье. Надо заканчивать с тем беспределом, который творится на Украине. И прекращать встречать гробы, строя кладбища городов мертвых, убивая города живых. Вот чего хочу я вам пожелать. А сейчас я любуюсь той красотой, где я нахожусь, в парке, красивом.